А я по кругу бегаю. Ах ты, говно. О, господи. Ты чё так летаешь? Гаврил не умеет прыгать высоко. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стаканчик, Нига IP, King on Fire, Серега. Как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет. Сегодня у нас карта Балди, подписчики будут играть за монстров Хендерсона, мы будем пытаться выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Начнем с небольшой классики. Давай, классика жанра. О, нет. Иди сюда. Нет, так ты ж, надо ж уметь еще играть за него, а не просто бегать быстро. Так. Сегодня мы не стреляем ни по кому, чисто выживалочка. И кого он мочит, тоже берет монстров Хендерсона и мочит других. И в конце мы все друг друга замочим и будем обмоченные. О, смотри, мочит их, Дима. Смотри, можно встать на песочницу, он все равно не запрыгнет. Ну. А, не. То он пока будет, смотрите, лететь в воздухе, полдня пройдет. А я бегу, 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 бегу. Так надо же еще и попасть уметь, надо уметь хорошо играть. Пацаны, троллим его, все троллим. Бегаем вокруг монстра и угораем. Ля-ля-ля-ля-ля. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное, которое вам нравится и попадает в тренды. Ну давай, уже двое, он что, замочил еще какого-то челика? Серега, надеюсь, мы с тобой в конце останемся вдвоем, так как мы лучшие игроки Гарри и Смо, да? Пацаны, а чего вы только за мной бегаете? Давайте еще за кем-то побегаете. Слышь, отвали. В школу зашел, все, ребята. Да, не надо! Дайте побегать, я хочу реально повыживать трошки. Цик-сик. Слышь, ты свинья вонючая. Давайте без свиньи, потому что, мне кажется, она какая-то читерская. Можно пролететь всю карту и убить всех подряд в хате. Серега, подходящее время для этого. Да, не. Чё вы тут скачете-то? Это было очень близко. У меня же слюни старта вылетают. Так, короче, написали, что надо с вебкой снимать. Так что следующая рубрика, когда будет мы снимать... Аниматроники пугают охранника, будет с вебкой, так что ждите какое-то смешное, странное лицо мое. Слышь ты, монстр Хендерсона. Мне что, приходится так всю серию бегать, что ли? Да. А чего вы только за мной гоняетесь? Мочите других хлопцев. Уже замочили. Я один остался? Да. Да ладно, вы что, мочите? А я бегаю от пацанов, единственный на карте живьем. Димас, меня еще не убивали. Тем более, еще его не убивали, челика. Слышь ты! Блин, я не знаю, но у меня как-то страшные руки потеют. Со всей силы. Интересно, сколько я продержусь? Я буду держаться до посинения. Я тоже. Сиска. Давай, беги до песочницы, будем вместе их троллить. Троллировать. Давай. А ты что, за монстра Хендерсона играешь, что ли? Нет. Ого, они прыгают. Давай, вы пока будете лететь, я уже тут буду. Один бежит к песочнице. Слышь ты, щепа этот! Мне не нравятся вот эти штуки, которые вот эти мозгоотводящие эти шкуры у них на башке. Они мне очень не нравятся. Слышь, отвали, я его боюсь. Я боюсь. Не надо бояться, надо убегаться. А, вот, я вижу, ты за мной бегаешь, отлично, мы с тобой тащим. Пока мы что, лучшие игроки на планете эти. Бегим. Мне нравится эта серия, прикольно получается. Надеюсь, вам, ребята, тоже нравится, вы сейчас сидите и улыбаетесь, как я. Потому что очень классное настроение, просто великолепнейшее. Обгоняй его, обходи. Да обгони ты свою тень, меня ты не обгонишь никогда. Я лучший персонажи. Этот. Отлично, мы отлично. Поймаем, съедим тебе. Мне нравится, как я тащу. Неужели я пока мисс лучший игрок на планете? Или еще кто-то живой все-таки? А. Че, убили? Нет.
Слышь? Хороший, короче, классная тактика. Не, вы не попадете, потому что я лучший игрок-персонаж. Классно получается, мне нравится. Слышь ты, червяк Джимми, отвали от меня. Нет. Когда я один останусь, дадите мне фору, чтобы я в школу забежал, и вы потом меня поискали какое-то время. Или уже один остался все-таки? Нет. А, я вижу, он еще бегает. Дайте мне фору. Вот, стойте, стойте, не убивайте. Дайте мне фору, потому что реально один остался. Дайте я зайду в школу и постараюсь как-нибудь затащить. Сейчас я очищу карту, чтобы двери появились. Все-таки давайте, чтобы, ну, то реально вы меня сейчас убьете, я не хочу. Я хочу еще пожить. Дайте я зайду в школу и... Когда я запрячусь, будете меня мочить. Хочу как-то немножечко еще повыживать. Ну чё, давайте, мочите меня. Ищем. Я запрятался. Ребята, напишите в комментах, смогут ли они у меня убить в течение 2 минут. Такая тишина сразу. Потому что мы ищем тебя. Ты не сможешь. Найдем, съедим. Поделим пополам. Мне чур это голову Димаса. Мне тогда ноги. А мне по пиццу. Обойдешься. По пицце тебе. Слышь ты, за свинью же, ну нечестно играть за свинью. Она же читерская. Она же делает некрасиво, она играет не по физическим свойствам, а из мода. Дима, она очень медленная, самая медленная из всех. Она-то медленная, когда нажимаешь там какую-то кнопку, она может летать по всей карте. Но она бить не может. Что ты? Ну что ты? Вот говно, что ты? Ну блин, он стоит сухарить на крыше. Ой, на дверях, дай пройти, пожалуйста. Ну дай пройти, пожалуйста. Вырвался кракен и опять убегает. Слышь ты, свинья вонючая, а? Я тут убегаю по всей карте. Ты где? Я бегу по карте. Ля-ля-ля-ля-ля. Отлично, я вырвался. Все-таки какую-то фору я еще продержался. Мне нравится. Последний из магика. Ну, блин, такое сальто красивое сделать. Это было эпично. Так, ребята, а теперь я поставлю настоящих NPC. Посмотри, как они будут нас мочить. Я очищаю карту. Давайте все-таки я его очищу вот таким образом. У нас есть теперь классное оружие, версия 3.0. Вот так вот. И теперь я ставлю настоящих NPC, которые... Ну, жопа нам, мягко сказано. Потому что здесь NPC есть, которые их нельзя взять в пилпаках. Например... Голова жоп. Ладно, не будем брать. Девочка с ножом. Серега, помнишь? Да, йо-йо. На, девочка, йо-йо. Погнала. Давайте здесь, да, на этом пятачке повыживаем. Кто лучше? Кто лучше? Из худших. Побежала. Слышь, ты на меня не агрись. Так, пока что? Она телепортируется. Да, в этом есть смысл. Слышь, ты чё за мной ходишь? Слышь, придурочная, отвали. Это девочка йо-йо Димасу вот сейчас будет ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не. Всё отлично. Давайте мы здесь поставим спаун. Кто на песочнице стоит, тот кабака. А она и так может телепортироваться за спину. Вот вообще, с ней лучше вообще не останавливаться. Вот что происходит, когда стоишь на месте. Да. Хорошо, давайте еще поставим. Давай штуки 3 еще. Вот дурак сразу убил меня, а. Так я не успел ничего сделать. Огон. Смотрите, какой он шустрый. Он тоже тпхается. Да ну нафиг. А с чего вдруг они стали тпхаться? Они же никогда не телепортировались. Твою мать! Серега, он тебя сейчас убьет! Ого, он хочет тебя ударить! Видел, как он лезет? Он лезет по стене! Да ладно! Это новая анимация, что ли? Да. Короче, надо делать новый обзор на монстров Хендерсона. Так что, ребята, напиши, сделай обзор на Хендерсона, и следующий ролик мы запишем. Или что-то такое похожее, потому что добавили очень много. Я вижу, даже текстурки немножко изменили у них. Ай, эй, ножи чиха. Смотри, он по стенке лезет, Дима. Я тоже стою на картофанах. На корточки садись, она не сможет запрыгнуть сюда. Так, отлично. Серега? Ну что за трусы? Эй, скуны вонючие, Серега, я с тобой, я не боюсь ее никогда. А где этот чили-пиздрик? А он по стенке лез, куда-то улез, это за карту я увидел. Он, наверное, за кем-то погнался, а кто-то повел его в школу.
Не, он за карту вообще вылез, я видел. Так, ставим других монстров. Например, мы поставим Челепитрика, который бьет об землю, и это очень смешно. Ой, ё-моё. На. Вот, на. Он у меня пусть кинет, мне нравится эта анимация. Говна кусок. Это прикольно. Так, надо спаун поставить здесь. Ой, кукольный нос. Так, это прикол. Вот это прикол. Ну чё, попадёшься? Нет, давайте мы поставим еще несколько штук. Чтоб не было... Прыгаешься сейчас. Повадно. Еще вот такая челепиздриха есть. О, это вообще мощно. Они будут между собой драться? О, они хотят драться. А ну-ка, давай, битва. Кто из нас будет... Эй, я пошел, я вспомнил, у меня есть дела важные. Мне надо хлеба нарезного купить, хлебушка. Ого, она ножом мочит. У нее есть посох, она может посохом лупануть. Отойдите от человека с посохом. А что она его запрятала посоха? А если с ней слишком близко, она в рукопашную будет. Если слишком далеко, она посох использует. Слышь, надо от посоха убегать. Так, что-то она стоит, думает. Лоудинг. Давайте еще поставим. И еще одну давайте поставим. Так, так, так. Сейчас у нас будет тут веселье. И еще одну. О, так мне нравится. Я запрыгиваю сюда. Что ты своим посохом? Что ты? Что ты? Ничего не можешь сделать мне. Че, будешь стрелять? Не, она бы сразу стреляла. Почему-то не хочет. Вот. Ох ты, King on Fire. Ай, она меня взорвала. Но я живой еще. Ого, она посохом меня откинула. Да ладно. Это же невозможно. А еще это не самая сильная ее атака. Да? А вот такая вот есть. Добрая девочка. Эх. Добрая? Да, она пока ее не аг... Ого, смотри, она использовала все-таки посох. О, заагрилась все-таки. Все. Че, она застряла, что ли? Сюда, давай, иди. Все, застряла, Дима. Хорошо, сейчас будет босс. Раз вы такие умные, я вам сейчас сделаю райскую жизнь. Ой, сиреноголовый, да? Не. Ой, подожди, он не умеет здесь пользоваться картой. О! Эй-эй-эй-эй! Аманкасовец! Нет, это Амогус, Димас. Еще на. Еще на. И еще. Серега! 10 кп, я выжил. Да ладно, это же нечестно. Нет. Аманкас рулит. Амогус. Ого, нифига, чё труп, видели, как полетел в небо? Серега, я к тебе привел их. А я по кругу бегаю. Ах ты, говно. Ого! Ты чё так летаешь? Говорит, не умеет прыгать высоко. Эх! Они телепортируются, Димас тоже. Ну да, такие именно морды, еще те. Тихо, тихо, тихо. На теле топчется. Ого, они лупашат, мне так нравится. Стаканчик. Нет. Ну давай, ну пожалуйста. King on Fire сегодня какой-то этот умирака. Димас, давай я им сюрприз поставлю. Давай, 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 сделай вещи. Эх, я его боюсь, он какой-то реально полуконченный. А что ты поставил? Вон. И сейчас вдобавочку. О, давай, пошел. Давай, давай, давай. Ну нафиг, я лечу, пацаны, прощайте. Вали, 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 быстрее. Надеюсь, я успею улетететь. Абдулла, поджигай. Сейчас будет. Давай, давай, я очень далеко улетел. Все равно. О, у меня анимация взрыва нету. Вот это прикол, мне нравится. Они нас фигачат, они выжили. Серега, сейчас я здесь это сделаю. Что-то пошло не так, да? А я две бомбы взорвал, в чем прикол? Сейчас, Серега, надо, знаешь, с какого пака? Сейчас я тебе покажу. Это Гренвич, это единственная бомба, которая их очень сильно убивает. Вот, смотри. Двоих сразу вынесло. Я живой. Да, по музыке слышно. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте и посмотри следующий ролик.